В Северной Америке прошла традиционная церемония драфт-лотереи, на которой клубы национальной хоккейной лиги выбирают себе новичков. Игрок уфимского Салавата Юлаева второй год подряд был отмечен на традиционной церемонии. Нападающий башкирской команды Антон Слепышев был выбран клубом Эдмонтон Оилерс. Напомню, год назад в первом раунде драфта по 19-м номерам был задрафтован Андрей Василевский. Антона Слепышева выбрали 88-м в третьем раунде, а самого известного молодого представителя нашей страны Валерия Нечушкина – 10-м. Теперь права в НХЛ на перспективного форварда принадлежат Далласу. Всего же клубами НХЛ было задрафтовано 8 россиян.